Построим равносторонний треугольник. Отметив внутри него любую точку, проведем каждой стороне треугольника перпендикулярные отрезки. Так вот, теорема Вивиани утверждает, что сумма расстояний от любой внутренней точки до сторон равностороннего треугольника равна длине высоты треугольника. Эта теорема, обычно используемая в различных математических конкурсах, экзаменах по математике в средней школе, и имеет широкую применимость ко многим проблемам в реальном мире. Давайте ее докажем. Соединим эту точку с вершинами треугольника. Получим три треугольника – АФБ, БФЦ и АФЦ. Площадь треугольника АБС с одной стороны можно найти как половина произведения основания на высоту, а с другой стороны как сумма площадей полученных треугольников. Но у нас треугольник равносторонний, значит все стороны равны. Тогда перепишем следующее равенство, вынесем общий множитель за скобку, и в результате сумма построенных расстояний равна высоте треугольника. Теорема доказана.